При великому нашему сожалению, визит суперприставки 32-битный сервер Сатурн понемногу завершается. И хотя впереди у нас еще несколько хитов, любители Sega должны готовиться к печальной, но, надеюсь, недолгой разлуке. Зато поклонники Sony PlayStation могут ждать ярчайших новинок от горячо обожаемой приставки. Ну а пока у нас продолжение детской темы от Sega Saturn. Вы уже и сами определили, что речь идет о полюбившейся многим игре Rayman. Этот членораздельный человечек, веселящий нас своими умопомрачительными выходками и неугасимым оптимизмом при достижении поставленной цели, давно завоевал сердца малышей, да и не только малышей. Знали бы вы, сколько мне лет, ну и я бывало ночью напролет без устали гонял Реймана с уровня на уровень. Красок, оригинальный игровой процесс, несмотря на двумерную графику, делают Реймана достойным представителем 32-битной коллекции игр. И хотя я фанатичный сторонник силиконовой графики, тем не менее, настоятельно рекомендую вам обзавестись этой игрушкой. Поверьте, вы не пожалеете. А на этом все.